Всем привет! Сегодня воскресенье, 10 апреля. У нас сегодня очередная годовщина свадьбы, и мы отправляемся на озеро Тревис, чтобы покататься на катере. Чуть-чуть туда проедемся. А вон какой-то знак. Налево нам надо сейчас. Your destination is on the left. Чуть не знаю, где тут еще. Ну ладно, вот там смысл стоял, там не станет. Ладно, тут станет. Мы прибыли на место. Пойдем искать, куда нам идти. Так, подержи пока. Потом заберем. Поноси пока. Все, пойдем искать, пошли. Куда нам. Удавом? Каким удавом? Да. Еще удавом. Ну, не знаю, то ли вниз. А, можно то ли вверх. А, ну там нету машин. В смысле, там лодок. Вон написано офис, видишь. Ну, наверное, не надо офис. Пойдешь на офис, просто? Ну да, наверное. Ну иди. Здесь даже трансфер предоставляют, с дома могут забрать при желании. Может, сейчас подождем, посмотрим, куда люди идут, и мы туда пойдем. В принципе, время-то еще, да? Ну, смотри, сейчас пойдем за этими чуваками. Думаешь? Ну. Может, не надо? Пойдем, пошли. Да? Качели зато есть. Качели есть. Но мы сильно далеко отсюда не ухожу. Но мы не пойдем далеко. Не пойдем? Ну ладно. Но вообще-то мы должны где-то причалить к чему-то. Не знаю. Интересно так. Надеюсь, что наш это не парусник. Не, наш не парусник. Наши вот типа такие. А, вот. Ну хорошо. Ну это, наверное, не просто сцеплены, это у них причал, наверное. Они, наверное, вот отцепляются или все вместе едут, я не понимаю. Похоже на пирамидку. Пока не разобрались, где нам, куда идти. Пойдем тут немножко. Подойдем, посмотрим, что тут. Хорошо, есть. Что тут не парусник у нас будет, потому что... Почему ты не хочешь парусник? Надо и на парусники покататься. Потому что парусник, обычно места мало. Из-за паруса очень много места мало. Ты видишь, вот те лодки, они какие-то маленькие. То есть по сравнению, вот та лодка эта, я была бы больше на то. Ну вот там люди где-то вот куда-то садятся. А, они приехали. Да.
там, может вот там будет. Вот, короче, мы сегодня решили таким образом отпраздновать свою очередную годовщину свадьбы. У нас такой совместный друг другу подарок. Лодка. Да. Прогулка на лодке по озеру. Мама. Такой у нас спуск. Сорок пять, Женя. 38. Надеемся, что это уже наша едет лодка. Что мы тут заждались. Наверное. Я думаю, надо идти под крышу, потому что сверху будет очень жарко. Наверное. И сгораем. Ну, под время это уже больше никого не будет, 47 минут. Ну, я тоже так думаю. Ну, хорошо. Меньше, немного. Меньше народу, больше кислорода. Меньше народу, значит, больше просто. Да, можно выбрать место поудобнее. Наверное, спать. Спать? Можно подняться? Наверх, да. Еще горка есть наверх. Чтобы прям в воду. Главное, чтобы вы с этой горки не сиганули просто так, в открытую воду. Отменяется. Может, не вряд ли, она уже пошла. Все, мы идем. Алиса, наш проводник. Иди, зайка, выбирай место поудобнее. смотреть по сторонам, кто будет. Я посмотрю, но если ничего себе, значит, что-то почувствовать. А может, да, вот так оставить? Нет, это все не очень. Да, уселись. Женя, стой, я буду удобнее здесь все. Опа. Да, сейчас усядусь. Ты поможешь? Не, не надо, я просто. Что? Ты ко мне пришел. Подыхай. А что, не налазит? Сказал же, что... Мокро было.
очки да выбивать. Так, кремом их мазать? Конечно. А тут мне лучше видно. Слушай, там девочка была больше места. Вечеринки закатывать. Да. Там гриль есть снаружи, горка была. Да, наверху и воду. А якорь есть, интересно? Якорь не знаю. А якорь, наверное... А вот там дома на холмах. Да. Да. Красиво, как замочек. Да. Наверное, приехали на заправку, там заправляют. Там еще вот это... Там магазинчики, туалеты. Можно заходить? Почему нет? Мало ли, посмотри. Заправились, сходили в туалет, поплыли дальше. Не надо. Я спать буду. Мы в бухте Дьявола, где катера бросают якорь и устраивают вечеринки. Капитан сказал, что бухта Дьявола называют ее, потому что здесь очень много камней и даже не всегда просто, не просто, как бы бросить здесь наслаждаюсь прекрасной погодой, прекрасной поездкой. Tree branch was there that wasn't there yesterday. Tree branch? Yeah. Shallow. That'll break your prop. Here, it'll drive off. Yeah. Yeah. Do your drive. You crack your drive. Хорошая получилась прогулка на катере, она длилась около 2 часов, и все остались довольны.
А вам спасибо за просмотр. Всем пока и до новых встреч.